Почему? А масло-то хоть сливочное? Сливочное. Какое масло? Масло-то хоть хорошее. Растительное, чтобы блестело. Или объем увеличивался? Объем не увеличивается, оно просто блестеть будет. Такое глянцевое будет тогда поверхность. Если у тебя, извини, есть что показать, можно и намазать, оно будет блестеть. Слушай, вы мне пугаете, я вас боюсь. Хочем ваше. Я не удивлюсь, что сегодня к 5 утра тут Рио-де-Жанейро отдыхала. Подожди, это не Рио-де-Жанейро, это всего лишь Нура. К утру тут все будут... Она будет ура, не ура, Нура, не Нура. Такой, женщина хоть обнаженная ходит. Все равно. Ну ты представляешь, надо же согревать. Толь, ты представляешь, холодно. Ты представляешь, много женщин с топ-лес. И всех идут, согреть надо. И да? Всех надо согреть. Тебя же не хватит на всех. Ты представляешь, что ты будешь делать? Это же катастрофа. Ты один, а их много. И они идут холодные, все. Холодные. Синеть начинают. Все начинает сморщиваться. Синеть. Славик, если мне приспичит, я много чего могу. Я могу даже климат в отдельно взятом городе изменить. Доля, вот здесь, пожалуйста. Гигант, гигант. Слушай, я разных... Титанов мыслей взял. Слушай, этих гигантов. Гигант мыслей. Что-то я это... Я точно не догоняю. Я бы не стал так говорить. Нам не догнать, Слав, ты мечтай. Нет, ты просто авантюрист или просто это, без этих... Я много чего могу усвоить. Слушай, можно я пересяду? Можно в одну сторону пересяду? Могу даже свет и пол изменить. А мне так все устраивает. Солнышко, оставайся. Мне так все устраивает. По крайней мере, сегодняшнего дня все было неплохо. Погоди, стой. Давай уточним, ты на каком этаже живешь? У тебя пол деревянный или какой? Может, он это имел в виду? Тоже вариант. Почему бы и нет? Ты согревать будешь или перестилать полностью? Паркеты ламинат, да? Ты кто, хирург или плотник? Ты мне скажи сразу. Я любой могу. Ну это вообще, слушай, это нечто. Хочешь паркетом ламинат, хочешь... Солнышко, да вы кудесник просто. Толя, ты кудесник просто. Все, что угодно. Могу я туда женский пол поставить, могу мужской пол. Могу средний. Куда поставить? А можно такой паркетный пол поставить? Могу его ламинатом. Я думаю, что я защищу. Там ничего сложного нету. Вместо женского какого-то. Девчонки, пользуйтесь. Бесплатный потенциальный гигант, патент гигантский. Я боюсь, что этих решений я просто тупо не потяну. Не, главное, чтобы с материалом подогнать ему. Тот материал, который... Такие познания. А там не так дорого любой материал выйдет. И главное... Это же ламинат. Нормально. Я ей могу сделать хороший. У нее будет такой смотрим. А чем твой материал? Что она сможет сразу. Я не поняла. Годами не выходите из комнаты. Соглашайся! Что-то мне... Я, конечно, не трусливый, но... Что-то у меня... Что-то заставляет меня прижиматься к этому. А ты праведник или грешник? Я средний. Я не понял. Гермафродит, что ли? Грешник. То есть мне разрешено и то, и то. Монах? Евнух? Нет? Или кто-то средний? Средний что, не мужчина, не женщина? У меня есть специальное разрешение, могу все. Могу грешить, могу праведничать. Кто разрешил? Без разницы. А, то есть ты... То есть у меня индульгенция есть, от Папы Римского лично. Ну, типа как это... Монога... Они откупаются, грехи совершали, платили деньги, давали бумажку, грехи прощены. Ладно, не, в общем, короче, ты этот, как это сказать, не лесбиян и не этот, не, в общем, короче, тебе все равно, да? Я так понимаю, да? Теоретически, да, я и того, и того... Широкий спектр услуг! Славик, я и того, и того могу головку свернуть. Слушай, что-то я, по-моему, можно я пересяду? Люди сидят, понимаешь, что они могут подумать, понимаешь?
продают. За базар отвечать. Они хоть уму разуму научатся с вами. За базар отвечать надо. Они могут понять тебя неправильно. А думаешь, кто-нибудь человечество правильно понимало? Человечество я не знаю. Как оно понимало и куда оно ушло. Пошли.